довести до прессы, что у нас тут огромная боль. Больше полугода не решается вопрос о субсидировании ветеранской организации, опираясь на законы России. Россия в переходной период, когда ушел Крым в Украину, ветеранские организации почти около 10 лет содержались за счет бюджета городов. А Крым, мы только год как вошли в Россию, и когда им сказали, что нужно экономить деньги, которые дает Россия, а на чем экономить? Да на ветеранов. Это что, не так? Ветераны, которые именно вот это поколение создали, которое пошло на референдуме, это наши дети, это наши внуки, это наши правнуки. И что? И на выборах, какие были, вся организация стояла за то, чтобы поддержать партию «Единая Россия», которую возглавляет Путин. А теперь полгода нервное напряжение и обещание. Подождите, мы подумаем, это нормально? Настолько больно. Даже Украина не пошла на такой шаг, чтобы так поступить с ветеранами. Это нонсенс. И мы должны говорить об этом открыто. Партия «Единая Россия». Вести себя так к старшему поколению нельзя.